Всем привет, ребята, Акулята, на связи Викуленок. Ну что, помните мое видео, где мы разбирали все тайны нового обновления, то есть, ну, все пасхалочки, видео, в котором была спрятана информация про новое обновление? Так вот, ребята, уже известно, что же нас ждет в ближайший четверг. Интересно? Тогда не переключайся после коротенькой рекламы. Давно мечтаешь о крутых питомцах в Adopt Me, но не знаешь, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Тогда поскорее заходи на лучший маркетплейс по Роблоксу starpets.gg. StarPets – это место, где ты можешь абсолютно безопасно продать или купить новых питомцев. Больше никаких встреч с игроками, сделки проходят через ботов. А также у них на сайте появился крутой обменник. Меняй несколько своих предметов на один крутой или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Все ссылки на лучший маркетплейс по Роблоксу я оставлю в закрепленном комментарии. Заходи и исполняй свою мечту. Ребята, это реально новый кемпинг. Вот это видео, которым поделились разработчики с нами, это новый кемпинг. Я просто в шоке. Я реально думала, что это новая локация, такая же, как с дождливым обновлением. Но нет, это новый кемпинг. Вы только представьте себе. И помните, в прошлом видео я говорила, что там же стоит стендик, да, с долларом, что значит, мы что-то будем покупать. И, ребята, разработчики признали, что появится два новых питомчик. Сейчас я их покажу. Опоссум Бакс и светлячок Робокс. Ребят, мне кажется, их имена говорят сами за себя, что опоссум будет стоить за баксы, а светлячок за робоксы. Еще, конечно, нам, ребят, не показали весь новый кемпинг, но уже даже по этому отрывку видно, что он просто бомбический. Вот эти вот домики с подушками, где можно сидеть с пэтами, наслаждаться звездным небом или же наоборот солнечным днем. Это же так круто. И, кстати, эти два питомца, они у нас надолго, ну, на какое-то время. То есть даже после обновления разработчики сказали, что они не пропадут. Это тоже как бы очень круто. А вы рады, что появится новый кемпинг? С одной стороны, да, нас ждет глобальное масштабное обновление кемпинга. Кемпинг, он будет расширен, он будет большой, он будет удобный, он будет современный, интересный. Но с другой стороны, я немного расстроена, потому что привычный нам Adopt Me меняется. Это как бы хорошо, потому что игра развивается, и мне кажется, это не последнее обновление локации. Мне кажется, со временем будет все меняться. Adopt Me меняется, потому что в него реально играет очень много игроков, и соответственно, он модернизируется. Наши ребятушки, с вами городок. В скором времени, я думаю, очень сильно поменяется. Самое важное изменение – это то, что наш привычный кемпинг превращается в магазин. Там мы сможем с вами приобрести себе двух интересных пэтиков. Ну и, ребят, завтра уже 14 февраля. Неужели ничего не поменяется? Разработчики ничего нам не предложат к этому времени. Неужели разработчики ничего не придумают для такого хорошего праздника? Я расстроена. Но я читала ваши комментарии, вы писали, что в прошлом году ничего не добавляли. Поэтому, ребят, наверное, ничего не будет. Будем не расстроена, но надеюсь все равно на чудо, что что-нибудь изменится. Ну ладно, грустить. И так все классно. Главное, что вы и я рядышком, мы с вами общаемся. Держим тесную связь на стримах, в группе, в Телеграме, в Дискорде. Обязательно вступайте, потому что я там с вами вот прям рядышком. На Ютубе я немножко отделена от вас выпусками видео, а там я в любую минуту могу зайти и ответить на любой ваш комментарий, ответить на какой-то ваш вопрос или с вами пообсуждать какую-то проблемку. Так что, ребятки, вступаем. Ссылочки всегда в описании под каждым видосиком. Люблю, целую вас. И, конечно, если я узнаю что-нибудь новое, то обязательно с вами поделюсь. Рада была быть с вами. Еще увидимся. Всем пока-пока!